«Век губернии. Век ивановской науки». В июне 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, а уже в августе создан первый технический вуз в советской стране – Политехнический институт. Базой для него стал Рижский политех, который в годы Первой мировой пришлось эвакуировать из Латвии. Однако промышленный Иваново-Вознесенск нуждался не только в инженерах, но и в педагогах для школ, гимназий и реальных училищ. Решением этой проблемы занялся педагогический институт. Как самостоятельное учебное заведение, Иваново-Вознесенский политех просуществовал до 1930 года, заложив начало четырех отраслевых вузов – текстильного, сельскохозяйственного, химико-технологического и энергетического. Тогда же был учрежден медицинский институт. У института было два крестных отца – Дмитрий Фурманов, известный писатель, замгубернского комиссара просвещения, и Сидор Любимов, который в 1918 году возглавлял комиссариат. Днем рождения пединститута можно считать 22 июля. Именно в этот день Фурманов сумел добиться от Народного комиссариата просвещения разрешения на открытие высшего учебного заведения. Осенью шла напряженная подготовительная работа. Торжественное открытие института состоялось в преддверии нового 1919 года, 21 декабря. С педагогами было сложно, потому что профессуры у нас никогда не было своей, потому что вузов не было. Поэтому приходилось приглашать из Москвы различных педагогов. И они приезжали сюда не на долгое время, скажем, недели на две, на три, быстро вычитывали свой курс, очень плотно для студентов, и затем возвращались обратно в Москву. Чаще всего это московская профессура. Поскольку селить-то их здесь было, в общем-то, негде, гостиницы у нас не было, подходящих особняков, куда бы их можно было заселить, тоже не оставалось, потому что все заняли советские учреждения, то была придумана такая очень интересная схема. Нашли 2-3 уютных купейных вагона. Их один раз в две недели прицепляли к московскому поезду. Они привозили сюда этих профессоров. Они жили в этом вагоне, в купе. Это у них была гостиница на колесах. Ходили в здание, где они читали лекции. А потом возвращались на запасные пути Ивановского ЖД вокзала. Все знают, где это находится. И ночевали вот в этих уютных купе. Это называлось профессорский вагон. Историю развития Ивановского педагогического института можно проследить по сохранившимся фотографиям. Вот первый ректор Сергей Боголюбский, а на этом снимке первые преподаватели педагогического вуза. Ну и, конечно, студенты самых первых факультетов – историки, физики, математики. На этом фоторепортаже первомайская демонстрация 1941 года. Преподаватели и студенты Ивановского педагогического института. Довоенные шляпы и шляпки, довоенные улыбки. А это выпускники исторического факультета. Июнь 1941 год. Студенты жили в годы войны сложно. Естественно, что голодно было, холодно. Ну и кроме того, студенты помимо занятий еще должны были, или по велению сердца это делали, они работали в госпиталях в качестве санитарок. Чаще всего это были студентки, естественно, потому что парни ушли на войну. Работали в качестве санитарок, медсестер и ухаживали за ранеными, писали за них письма, меняли повязки во время перевязок. Работали на различных предприятиях, потому что за работу на предприятии давали карточку, я имею в виду продовольственную, которая обеспечивала их в большей степени едой. В годы Великой Отечественной войны институт не закрывали. Третий, четвертый, пятый корпус забрали под госпитали. Приходилось учиться в неприспособленных помещениях в три смены. Последняя заканчивалась в 22:30, а уже в 23:00 начинался комендантский час. Первый корпус, главный и, пожалуй, самый монументальный, возводили пленные немцы. Правда, изначально не было надстройки с большими окнами на четвертом этаже. Вместо нее красовалась декоративная балюстрада. Привычный для нас сегодня статус университета
университета пединститут получил в 1974 году. Иванову и области требовали специалисты с серьезными теоретическими и практическими знаниями. Такую подготовку предусматривали учебные планы именно классического университета. По официальной версии, идею о преобразовании поддержал сам генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Так на Ивановской земле появился типичный классический государственный университет с типичным набором классических факультетов – естественно-научных, гуманитарных и прикладной составляющей. Сегодня внутри вуза любой абитуриент может найти не просто занятие по душе, но и дело всей жизни. В Ивановском государственном университете 9 основных факультетов. Кроме того, имеется факультет подготовки иностранных специалистов и институт физической культуры и спорта. Конечно, это в определенной степени зависит и от руководства, и от коллектива, и от тренда развития университета. Потому что все-таки время меняется очень быстро, уходят старые какие-то специальности, некоторые специальности вообще уходят навсегда, появляются новые, и наша задача соответствовать этому процессу. Ну вот мы и стараемся соответствовать. Если вот взять за последние 20 лет, ну у нас просто большинство направлений изменилось и содержательно иногда, и вообще изменилось просто и по названию. И судя по тому, что абитуриенты идут к нам в университет, я думаю, что мы не отстаем. Исторический факультет старейшим ведет свою родословную от социально-исторического факультета пединститута. В 20-е и 30-е годы здесь работали такие выдающиеся российские историки, как Кизерветтер, Петрушевский, Хвостов. Три кафедры готовят студентов по двум направлениям – история и международные отношения. Мечтаю стать не сколько историком, сколько учителем, и мне кажется, что учителем истории, конечно, и мне кажется, что исторический факультет поможет мне, во-первых, получить знания, чтобы в будущем прогнозировать какие-то события, также учить прогнозировать эти события и своих учеников. Достояние факультета – археологический музей. Здесь проходят учебные занятия, экспонаты используют для написания курсовых и дипломов. Пополнением коллекции также занимаются сами учащиеся. Без археологических экспедиций сложно представить обучение на истфаке. Если, скажем, это историки, то они проходят несколько практик. На первом курсе они проходят археологическую практику. Они ведут раскопки, ну, сейчас, как правило, ведут раскопки в Великом Новгороде, затем в Суздале, в Суздальском районе, с Институтом археологии Академии наук. Затем на втором курсе они проходят музейную или архивную практику. И затем уже на, значит, последнем курсе они проходят педагогическую практику в школах, гимназиях нашего университета. Если говорить о студентах-международниках, то они проходят две практики. У них производственная практика, они проходят практику в тех государственных учреждениях, даже коммерческих организациях, которые осуществляют международные связи. Так, это вот одна практика. И вторая практика – переводческая практика. В первом главном корпусе ИФГУ расположились сразу три факультета – физический, факультет математики и компьютерных наук и филологический. А на первом этаже – научно-исследовательский институт наноматериалов. Сотрудничает он с ведущими учеными страны и зарубежья. Я очень счастлива, что мы принимаем участие и в учебном процессе. Здесь мы и как преподаватели работаем, и как руководители. Ну, раньше это были там дипломные работы, сейчас это квалификационные работы различного уровня, бакалаврские, магистерские диссертации, кандидатские диссертации. Физический факультет – ровесник вуза. В настоящий момент включает две кафедры. Кафедру общей и теоретической физики и кафедру экспериментальной и технической физики. Компактный и уютный факультет для тех, кто хочет изучить предмет глубже. Вступительные предметы – физика, русский язык и математика. Выбрала я физику, потому что со школы увлекалась ей и хотела именно на физический факультет. Очень увлекалась естественными науками и
физика, я считаю, что физика сейчас очень актуальна в наше время. По окончанию многие выпускники находят себя в научно-исследовательской работе, занимаются теоретическими основами физики, решением экспериментальных вопросов, трудятся впоследствии на российских предприятиях и за рубежом, преподают в школах. А также я встречал наших физиков и в других областях, экономисты и юристы, то есть получают дополнительное образование. И вообще-то говоря, наши физики востребованы везде. Университет чем и ценен, он дает универсальное образование. То есть вот этот багаж физических знаний, он, вообще-то говоря, помогает физикам еще осваивать и другие профессии, не только чисто научного характера, а еще и в социальной сфере, педагогической сфере, просветительской сфере и так далее и тому подобное. Соседи физиков изучают царицу наук – современное название факультет математики и компьютерных наук. С 1932 по 1960 год здесь работал академик, выдающийся алгебраист СССР Анатолий Мальцев. Современные математики продолжают его дело. На факультете проводятся научные исследования по ряду как традиционных направлений теоретической и прикладной математики, так и относительно новых. Это компьютерная алгебра, теория вычислимости, математические методы обработки и сжатия изображений. Отучился здесь сначала бакалавриат 4 года, потом сюда же поступил в магистратуру еще на 2 года, и после этого решил, что почему бы не продолжить обучение дальше в аспирантуре. Сейчас на данный момент первый курс аспирантуры учусь, и все еще, так сказать, рад, что занимаюсь теми же самыми преподавателями. Каждый день узнаю что-то новое, конечно же. То есть, сколько бы я с ними общался, всегда есть что-то, что они мне могут дать нового. Факультет в настоящее время состоит из трех кафедр – алгебры и математической логики, прикладной математики и компьютерных наук и кафедры математического анализа и геометрии. Навскидку, 80% школьных учителей по данному профилю – выходцы именно из этих стен. Факультет гордится своими традициями и почти семейной атмосферой. Все преподаватели едины в желании подготовить как можно лучше вот этих подрастающее поколение, это студенчество, которое у нас на факультете. И мы об этом всегда говорим студентам. Мы всегда рядом. Приходите, мы вместе будем решать наши проблемы. Слово, язык, литература. Филологический, самый читающий факультет, в этом году отмечает 80-летний юбилей. Кафедра теории литературы и русской литературы 20 века – одна из старейших в ВУЗе. В 40-е годы здесь работали такие видные ученые-литературоведы, как Максимов, Рейнер. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Павел Вячеславович Куприяновский возглавлял кафедру с 1946 по 1991 год. В составе факультета сегодня 4 кафедры. Самая молодая кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью была открыта в 2000 году и стала ответом на потребность общества. На самом деле мы продумываем образовательный процесс и учебные планы таким образом, чтобы студенты могли себя найти в разных профессиональных сферах. И для этого у нас читаются разные дисциплины, которые позволяют студентам работать и в музейной области, и заниматься редакторской деятельностью. У филологов основная, конечно, направленность – это преподавание русского языка и литературы в школе, то есть педагогическая направленность их программы тоже существует. Студенты-журналисты и студенты-рекламисты в процессе обучения уже выходят на какие-то организации, на предприятия, да, где они потом могли бы найти себя. Большая часть филфака сегодня – это иностранные студенты. Знания, полученные ими за время обучения, впоследствии применяются по всему миру. А вот на российских студентов велик спрос именно в нашем регионе. Наши выпускники востребованы на рынке труда. И, например, на сегодняшний день у нас заявки более чем из 10 школ. Да, на учителя русского языка и литературы, заявки от администрации города Иваново, соответственно, поскольку нужны корректоры, документоведы, специалисты, которые грамотно владеют речью, умеют работать с информацией, и это выпускники нашего факультета.
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек» – это негласная максима факультета романо-германской филологии. Он ведет свой отчет с 1938 года от Учительского института иностранных языков. Учебную и научную работу на факультете ведут 4 кафедры – английской филологии, германской и романской филологии, английского языка и зарубежной литературы. Лексикографическая школа под руководством профессора Ольги Карповой, заведующей кафедрой английской филологии, широко известна во всем мире. Мы даем сразу 3 иностранных языка. То есть что может быть, собственно, интереснее? С одной стороны, и огромный пласт зарубежной литературы, такого основательного, фундаментального филологического образования, с другой стороны. То есть наши выпускники никогда ни на какой бирже труда точно не окажутся. Выпускники РГФ преподают в школах и вузах России и зарубежья, работают переводчиками в самых разных сферах. Лучшие студенты факультета направляются на языковую практику, включенные обучение в ФРГ, Финляндию, Данию, Турцию. У нас очень замечательные, талантливые педагоги, вот буду говорить больше за немецкое отделение, да, потому что учусь на немецком. Они дали мне самую необходимую базу, что потом я год жила и работала в Германии, могла ее полностью реализовать, и у меня никаких проблем, в принципе, с языком уже в дальнейшем не возникло. И когда я вернулась, решила все-таки продолжить усовершенствовать еще немного свои знания и поступила в магистратуру. Биолого-химический факультет – ровесник университета. В 1975 году руководить кафедрой зоологии сюда пригласили профессора Георгия Леонидовича Шкарбатова. Под его началом был осуществлен ряд научно-исследовательских работ на реках и водоемах региона. Георгий Леонидович создал и возглавил Ивановское отделение Всероссийского гидробиологического общества, заложил фундамент зоологического музея вуза. В составе факультета сегодня 5 кафедр. Студенты получают здесь фундаментальное химическое и биологическое образование. С этой базы они находят применение полученным знаниям в самых разных областях. Преподают в школах и вузах, работают в научно-исследовательских институтах, национальных парках, на промышленных предприятиях, криминалистических службах, занимаются фитодизайном. Наши студенты проходят интереснейшие выездные практики на биостанции в спортивно-оздоровительном лагере «Робское озеро» и в ботаническом саду. Кроме того, они выезжают в экспедиции по Ивановской области, и некоторым посчастливилось побывать на Кольском полуострове, на Дальнем Востоке и на Камчатке. У биолого-химического факультета почти 1/4 всех бюджетных мест университета. Кроме того, здесь сохранился единственный в регионе специалитет по химии. Последние 2 года у нас есть контрольные цифры приема именно по специалитету, и мы, конечно, очень рады, потому что это все-таки позволяет в течение 5 лет готовить специалиста. Вот. А по бакалаврам у нас тоже есть возможность для их развития, поскольку у нас есть и бакалавриат, и рекордное количество мест бюджетных в магистратуру. Это тоже очень важно. То есть 40 бюджетных мест в магистратуру. У нас не имеет ни один факультет. Вот. И у нас также есть аспирантура. То есть фактически у нас представлены все уровни высшего образования. Изобличать злодея по отпечаткам пальцев или по следам обуви, выстраивать линию защиты невиновного обучают на юридическом факультете. Качественно подготовленных юристов в пересчете на душу населения в стране очень мало. Юристов широкого профиля здесь готовят 6 кафедр. У нас помимо того, что есть просто академические учебные процессы и кафедры с преподавателями, которые ведут занятия, есть такие подразделения, которые позволяют закрепить эти знания. Например, межвузовский научно-исследовательский образовательный центр изучения немецкого права, Ивановский филиал изучения римского права, общественная лаборатория уголовно-правовых исследований при одном из районных судов города Иваново. А если говорить о практической составляющей и закреплении навыков, которые студенты наши приобретают в ходе учебного процесса, то у нас существует Центр студенческой правовой помощи, он еще называется иначе юридическая клиника,
где студенты под контролем преподавателей оказывают бесплатную юридическую помощь. Пары на этом факультете тоже проводят нестандартно. Вместо привычной аудитории занятия могут проходить в импровизированном зале суда или в криминалистической лаборатории. Со второго курса вводят профили – государственно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой. С третьего-четвертого курса большое внимание уделяется практике. Студенты с удовольствием всегда интересуются новыми методиками раскрытия расследования преступления, так как они в будущем будут работать дознавателями, следователями, прокурорами, судьями. И всем им необходимо по профессиональным стандартам знать основы криминалистики и использовать их в своей практической деятельности. Динамично развивающийся и амбициозный экономический факультет. Он один из самых молодых в ВУЗе. Свой отчет ведет с 1976 года. Но вместе с тем именно здесь можно было получить лучшее образование экономистов в регионе. Сегодня в составе факультета 6 кафедр. Все реализуемые образовательные программы универсальны. Выпускники широко востребованы во всех сферах. У нас нет никаких проблем с трудоустройством. К нам приходят работодатели, вот ко мне лично, и говорят, каким-то образом нам бы хотелось бы студентов на четвертом курсе, мы им, пожалуйста, выходить, даем такую возможность, как правило, мало кто откликается, потому что в четвертом курсе бакалавриата большинство уже работает. Поэтому, как бы, то есть они как бы практика уже этой практики набирается, уже начинают какую-то карьеру там реализовывать. Поэтому вот проблем таких, чтобы действительно как бы трудоустроиться по данной профессиональному направлению, вообще не существует. Есть проблема выбора. Что выбрать поинтереснее, получше, это она проблема личная. Глубокий уровень знаний с одной стороны и практикоориентированность с другой. Вот два принципа, на которых строится обучение на экономическом факультете. Плюсом к этому самый высокий уровень квалификации преподавателей среди всех вузов региона в области экономики и управления. Не просто зачитывание лекций, у нас сейчас уже практически нет такого. То есть в основном это использование различных интернет-сервисов и систем, компьютерных систем. Социолого-психологический – самый молодой факультет университета. Создан он в сентябре 2000 года. И вот уже 18 лет интерес абитуриентов к факультету стабильно высок. В университете уже существовали направления подготовки, существовали социологи, соцработники, которые находились в рамках экономического факультета. Была открыта давно уже кафедра психологии, которая находилась в рамках филологического факультета. И настоятельная просто необходимость того, что возникло, что необходим просто факультет, который был направлен на работу прежде всего с людьми. На факультете реализуется большое количество образовательных программ, поэтому он практически является вузом в вузе. Ученые кафедры социологии и управления персоналом ведут научно-исследовательскую работу по проблемам социокультурного развития общества, формирования и развития человеческого и социального капитала, взаимодействия и взаимовлияния национальных конфессий в современной России. Кафедра является признанным научным центром гендерных исследований. Со второго курса студенты самостоятельно проводят социологические исследования. Результаты трудоемкой работы молодые исследователи учатся лаконично и красочно представлять с помощью инфографики. Я выбрала социолого-психологический факультет, потому что мне интересно то, чем занимается социология. То есть мне действительно интересно работать на благо людей, изучать различные проблемы, находить решения, подбирать рекомендации, общаться с людьми. То есть это все действительно то, чем я хочу заниматься. ИВГУ работает в русле концепции «Непрерывное образование длиною в жизнь». Сектору дополнительного образования при университете 10 лет. Пополнить багаж знаний здесь помогут и малышам, и людям преклонного возраста. Формы самые различные. Начиная с летнего лагеря для детей и заканчивая курсами компьютерной грамотности для пенсионеров. Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, богатый выбор педагогических программ, разные варианты изучения иностранных языков.
Это, безусловно, программа в области экономики, в первую очередь бухгалтерского учета. Мы уже, вот, наверное, лет 20 повышаем квалификацию бухгалтерам, главным бухгалтерам коммерческих и бюджетных образовательных учреждений. Это программы, связанные с закупками по 44-му федеральному закону. Если мы говорим о психологии, то это программа клиническая психология, когда наши выпускники идут работать в медицинские учреждения. Программы, связанные с практической психологией, после этой программы люди идут в консультирование. Летняя языковая школа «Хогвартс» каждый год набирает по 2 смены школьников. Ребят знакомят с вузовскими музеями и историческими достопримечательностями города, обучают английскому и немецкому языкам. С ними занимаются наши преподаватели университетские, но в основном молодые преподаватели, аспиранты или старшие курсы магистратуры. Или мы приглашаем наших же выпускников, которые работают сейчас в школах или в учреждениях дополнительного образования муниципальных. Вот они охотно соглашаются, потому что, ну, все-таки это родной университет, и здесь интересно, и для них самих в частности. Вот. Дети занимаются каждый день, ну, минимум 1,5 часа английским языком с перерывом и где-то 45 минут немецкий язык. А что кроме учебы? Конечно, бурная и веселая студенческая жизнь. Бесспорно, самый яркий период в судьбе каждого. В 2012 году в ИФГУ был создан коллегиальный орган студенческого самоуправления, сокращенно КОС. Студенты сами организуют свой досуг, проводят деловые встречи, устраивают дискуссионные и интеллектуальные игры. А еще КОС – кузница молодежных проектов. Наши проекты затрагивают различные сферы студенческой жизнедеятельности, такие как спорт, волонтерство, предпринимательство и инновации, международные отношения, а также развитие семейных ценностей и навыков в 21 веке. Таким образом, КОС способствует развитию профессиональных компетенций у студента, как у будущего специалиста молодого. У вуза три общежития. Святая святых – студенческая кухня. На ней ребята готовят свои обеды и ужины, о скромности и скудности которых в народе ходят легенды. В целом же условия жизни здесь вполне комфортные. Все, что нужно современному студенту, в общежитии есть. У нас в каждой комнате стоят стеклопакеты, в комнатах у нас постоянно тепло, у нас в каждую комнату проведен бесплатный интернет, и что немаловажно, у нас на каждом этаже по 4 душа. А готовить мы ходим на кухне, и там очень чисто постоянно, все постоянно вовремя обслуживается. Чистоту поддерживают сами же студенты, у нас есть дежурство по кухне, на каждый день у нас есть комната дежурная по кухне. На страже здоровья студентов и преподавателей – санаторий-профилакторий, трехразовое питание, физиолечение, массаж и лечебная физкультура. Многое другое готовы предложить сотрудники учреждения своим постояльцам. Последние 20 лет материально-техническая база университета бурно развивалась. Построен многоэтажный учебный корпус, обживают его историки и экономисты. Открыт новый спортивный комплекс. На сегодняшний день он один из лучших в городе. Отремонтированы общежития и в планах строительство нового дома для студентов. За свою вековую историю вуз прошел через множество испытаний, в том числе испытания войной. Неоднократно структура «Альма-Матер» претерпевала изменения. Да что говорить, и студент стал совсем другой. Неизменными на протяжении века оставались, пожалуй, только принципы. А суть их вот в чем. Не просто готовить высококвалифицированных специалистов, а выпускать во взрослую жизнь честных и порядочных людей. Не случайно девиз ИФГУ – «Pro patrio beneficio», что в переводе с латыни – «на благо Отечества». Нашим девизом всегда было, вот так вот, если неформально его сформулировать, надо не сетовать на проблемы жизни, а использовать все возможности, которые она предоставляет. Все возможности. И с оптимизмом смотреть в будущее, что мы и делаем.